За большой вклад в реализацию государственной информационной политики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий, заслуги в области здравоохранения, образования, развития отечественной культуры и многолетнюю добросовестную работу орденом почета награждена Симоньян Маргарита Симоновна, главный редактор телеканала «Russia Today». Владимир Владимирович, много лет работаю под вашим руководством, всегда хотела вам сказать, мне кажется, сейчас самый подходящий момент сказать то, что я всегда хотела. Спасибо вам за то, что вы мочите людоедов. Вы нам обещали 20 лишним лет назад, помните эту вашу фразу незабвенную, их мочить. Вы 20 лет назад не дали оторвать наш Кавказ, вы не дали разгореться кровавой бане межнациональной резни, которая у нас вообще-то уже почти разгорелась и была на волоске. Я это прекрасно помню, даже у нас на Кубани, хотя, казалось бы, еще чуть-чуть и полыхнуло бы по всей стране, не только Чечня и Дагестан. Спасибо вам, что в 2008 вы не отдали полоумному людоеду сажать Абхазию, сажать Осетию и Осетин. Спасибо вам, что совсем недавно вы прекратили бойню в Карабахе несколько лет назад. И, конечно, вот я, в принципе, обычно не волнуюсь, выступая публично, но сейчас, каждый день видя, что происходит в Донецке, невозможно не волноваться и не переживать. Спасибо вам, что вы с болью, с кровью, но вырываете из кровавой пасти этих людоедов наших людей, что вы решились на это. А мы будем в этом помогать, мочить людоедов столько, сколько вы от нас этого потребуете. Служу России. Спасибо.